В Южной Корее впервые издана книга на казахском языке. Проект профинансировал секретариат форума сотрудничества «Центральная Азия. Республика Корея. Примит страны». Первые экземпляры книги руководитель секретариата Ким Гвангым вручил послу Казахстана в Южной Корее Дулату Бакишеву. Тираж произведения писателя Дюсен Кенесо Разбекула «Когда начинается Новый год» – 1000 экземпляров. В книге рассказывается о том, как 12 животных, олицетворяющих каждый месяц года, обсуждают, когда лучше праздновать Новый год. В итоге все приходят к выводу, что лучшее время для этого – весна. Текст книги на казахском языке сопровождается подстрочным переводом на корейский язык, так что ее содержание будет понятно читателям в Казахстане и Южной Корее. 500 экземпляров книги мы оставили в секретариате. 250 книг разделили между Национальной библиотекой Казахстана, Центром межэтнических семей и библиотеками Кореи. Это пилотный проект. В дальнейшем мы намерены продолжить издание интересных казахстанских книг.